С разговоров о важном сегодня начались занятия и в Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Кочетова. Тема урока «Россия в мире». Правда, в преподавательском составе произошла замена. Занятие на этот раз вел глава Чувашии Олег Николаев. Вместо привычной лекции урок в интерактивном формате. Разговор о важном начали со сложного периода становления нашей страны в 90-е годы. В начале 21 века тоже было не так легко. Однако Россия смогла стать поистине сильной державой, отметил Олег Николаев. По словам главы региона, цитата, «мощь ее растет изо дня в день». Конец цитаты. Вспомнили на уроке о тех героях Великой Отечественной, без кого нашей страны вовсе и не было бы. И тех, кто сейчас находится в зоне проведения военной спецоперации и борется с идеологией неонацизма. Сегодняшняя молодежь – это наша страна и это будущее нашей страны. Ну и, конечно же, Дмитрий Семенов, он кадровый военный, майор. Практически сознательно, будучи раненым, принял бой на себя. Мы будем помнить их и каждого из ребят, которые ушли из жизни, и будем всячески поддерживать их семьи. Будем помогать всем тем ребятам, которые сейчас выполняют боевую операцию на этой территории. По завершению урока в преддверии Дня защитника Отечества руководитель региона наградил отличившихся в учебе кадетов благодарственными письмами.